собственно, добрый вечер, уже скорее даже, наверное, добрую ночь. Потому что сейчас время уже почти первый час ночи, то есть тут вообще ни о чем осталось. Вот. А, знаете, если честно, мне повезло, блин, я успел на последний поезд, вот, и приехал куда мне надо, вернулся. Вот сейчас еще надо будет прилично времени топать до гостиницы от станции Уэна. Вот, во-первых, как бы вам сказать, неудобно снимать себя, да, все-таки переверну. Буду идти вперед, что-то рассказывать. Вот, улицы сейчас практически пустые. Ну, сами понимаете, час ночи. То есть народ, весь кто мог, уже кто куда ехал, разбежался уже по домам, кто приехал. Вот, кто наоборот до сих пор гуляет, пьет, отдыхает как-то, тот так и сидит в заведениях. Вот, сейчас как бы я иду не как обычно, вот когда снимает кто-то видеоблоги и прочее, рассказывает что-то где-то по закоулкам, что-то я как бы еще успею. Вот, и сейчас тут как бы более-менее нормальное освещение и видно хоть что-то. Вот. Ну что, после приезда, наверное, в Токио с Саппоро, знаете, сейчас такая как бы каша в голове, и ее потихоньку начинаешь расставлять все по полочкам. Вот, потому что куча информации, как бы, и, как говорится, с разных мест она разная, вот, все перемешивается. Вот, знаете, как бы об этом можно очень много, долго разговаривать. Вот, как бы, с чего бы начать-то? Ну, собственно, наверное, давайте, говорит, как раз вот от насущной проблемы, такой, как бы не заблудиться и прочее, как бы, много звучало уже, наверное, и вы смотрели предыдущие видео других, выпущенные ранее намного другими пользователями, вот, блогерами и прочее. Но, ну, знаете, пока на собственном опыте, как говорится, не убедишься, вот, тут, по-моему, бесполезно будет, тяжело очень. Вот. Перво-наперво, что хочу сказать, совет большой дать хочу. Никогда не задерживайтесь слишком долго допоздна, потому что время работы метро и вообще как бы железной дороги здесь в Японии, она ограничена. И говорит, уже примерно в 12:30 многие станции уже закрываются. Вот, поэтому либо вы пораньше выходите и едете домой, возвращаетесь, либо вы идете пешком, либо ищете ближайшую гостиницу, либо едете на такси. Но как раз последний вариант будет самый дорогой, наверное. Вот. Поэтому, да. Вот. Во-вторых, чтобы не было никаких проблем, косяков, напрягов, сразу, как только вы собрались куда-то ехать, на любой станции метро, не только метро, но и как бы JR, то есть, ну, железные дороги, вот, на станциях в любом автомате практически купите карту PASMO. Вот, то есть платежная карта, можно сделать именную, не именную, как бы, ну, разница там в том, что только если у вас именная, если вы ее потеряете, вот, вы можете прийти в офис, вот, назвав свое имя, фамилия, да, данные, вот, вам ее восстановят, либо вернут деньги за нее. Вот, в общем, разница небольшая, особенно если у вас там было на ней немного. Вот, это небольшая проблема. Значит, купили карту, делается это буквально там за одну минуту. Вот, потому что, кто не знает японского, там сверху, слева, справа, сверху, в правом верхнем углу кнопочка английского языка, то есть нажали, все, и поехали. То есть вбиваете, как обычно, как я сделал, имя, фамилию, дату рождения, телефон, все, больше ничего, в принципе, там не надо. И вам выдается именная карта, то есть на ней напечатан прям ваш будет имя, фамилия. Вот. Значит, что тут же вам предложат, сколько денег закинуть на эту карту. То есть, ну, для начала я, например, закинул вообще 3000 йен. Вот, причем, по-моему, 500 йен забралось за саму карту, насколько я понял. Вот, и 2500 у меня осталось на счете. И знаете, как бы на эти 2500 можно неплохо поездить как бы вообще по Токио, потому что от одной станции до другой, я вот, например, ехал от станции Уэна до
Докуда? Шибуя. Ой, блин, уже все в каше в голове, короче. А, до Синджуку. Вот. Что-то 190 йен, что ли, у меня списали всего. Вот. То есть, как бы, суммы такие небольшие на самом деле. Поэтому, как бы, не стесняйтесь пользоваться транспортом. Также этой картой можете заплатить и в автобусе. Вот. Кое-где даже в некоторых автоматах или магазинчиках, забегаловках на станциях можете рассчитаться, там, купить воды такого самого, чего-нибудь недорогого. Ну, что-нибудь, в общем. Вот. Но, опять же, можете заплатить этой же картой. Вот. Значит, что? Во-вторых, наверное, хотя бы один раз или пару раз перед тем, как вы хотите воспользоваться токийским метро или железной дорогой, хотя бы приблизительно в крупном масштабе, насколько можно, посмотрите вообще направление линии, какие станции примерно в каком районе находятся. Хотя бы основные станции, такие как Токио, Уэна, там Шибуя, Синджуку, еще что-то, как бы, чтобы примерно иметь представление, то есть в какой стороне города находится та или иная станция. Вот. А, значит, что еще? Третье. Это не стесняйтесь пользоваться картами, встроенные в смартфоны, в планшеты и все, что с этим связано. В общем, Google Maps, в принципе, неплохо с этим всем справляется. Не знаю, как там на айфонах, не пользовался. Вот, поэтому, как бы, карты, Google карты очень часто выручают. Особенно, как бы, вскупе с GPS-навигацией, то есть показывает в данный момент, где вы находитесь. Вот. Значит, в-четвертых, наверное, на станциях метро везде как бы очень полно, много указателей. Поэтому, думаю, слишком сильно вы не заблудитесь. Вот. Потому что указатели не только на японском иероглифами написаны, но и на английском. Вот. Везде как бы указатели, куда идти, в какую сторону, если вы хотите пересесть с одной ветки метро на другую. Вот. Либо выход, в какой стороне какой номер выхода находится. Вот. То есть, исходя из этого, посмотреть просто по Google картам, какой выход вам нужен. Посмотрели по указателям и вышли. Все. Вот. Думаю, сильно ничего такого сложного в этом нет. Значит, что еще? С автобусами все специфичные, как бы. Вот. Обычно, как бы, предостаточно знать хотя бы расположение и как работает метро, железная дорога, монорельс и прочее. Все, короче, все, что ездит по рельсам. Вот. Обычно, как бы, этого хватает, чтобы добраться в любой район Токио. Вот. И не только Токио. Да, то есть можно даже уехать также в окружность, в окрестность. Вот. Значит, дальше что? Ну, как бы, у меня вот, например, я вчера только приехал сюда в город, то есть примерно вечером, это было уже поздно достаточно. То есть я сколько, наверное, пару раз глянул сюда, потом просто сел и поехал. Бояться, как бы, что там, ой, заблужусь или еще что-то, как бы, ни в коем случае не надо. Вот. По поводу, если все-таки заблудитесь, ну, что я могу сказать? Идите, ищите первого попавшегося сотрудника железной дороги. То есть у них он называется Экиин, то есть сотрудник вокзала, да, железной дороги. Вот. Иногда бывает так, что даже, может, вам повезет, и он будет говорить по-английски, если вы не знаете японский. Вот. Как бы, по крайней мере, пальцем ткнув, допустим, в телефоне в карту, да, вот, я здесь, а мне вот сюда надо. Вот, назвав ему, допустим, там, выход такой-то, или линия такая-то, или это, и спросив, типа, где, куда, докуни. Все, обычно этого бывает достаточно. То есть, как бы, у меня пару случаев, вопросов возникало. Вот, но опять же, наверное, по моей собственной глупости,
Это когда бывает лишних 5 метров не прошел, не посмотрел, и потом, а где же есть-то выход? Вот, собственно, так оно и получилось. То есть буквально спрашиваю, где, куда выйти, где выход. Вот, мне тут же буквально, ну вот, говорит, сразу, говорит, за поворотом, а, ну все понятно. Вот, примерно где-то так. Так, что мы, наверное, сейчас будем как раз уже скоро сворачивать туда на улочки, маленькие узкие. Вот, значит, по транспорту, наверное, все. Вот, ну, с автобусами, кто, говорит, желает поплотнее познакомиться, как бы, ну, что я могу сказать? Тут более сложно, наверное, будет, да и маршрутов много всяких, великое множество, как говорится. Вот, здесь, как бы, вам тоже так же может спокойно помочь Google карты, то есть указали место откуда, куда. И не забудьте переключиться, что идете вы там либо пешком, либо едете на машине, либо используете общественный транспорт. Вот, вам там же также обрисуют, то есть куда, чего, где, как. Обычно этого бывает достаточно, хватает. Вот, значит, наверное, на этом и все. По крайней мере, в этом видео. Ну, давайте, всем пока. Время уже позднее. Вот, кто-то просыпается, а кто-то ложится спать. Так что, кому-то доброго утра, кому-то доброй ночи. Вот, всем пока, удачи.